Выпускай Кракена! Вот сюда. Один тут остается. Я подумал, что они слева где-то. Дайте сектор для браунинга. Где пить? Мы фиксируемся, ставим позиции эти. И сегодня... А, кстати, и пускай... Заезжайте, заезжай, заезжай. Хорошо. Не сильно. Главное, нет кровотечения. Цепануло просто. Легко. Вроде да, поехали. Их тут нет, блокпост слева.
портфельчиком, да? Ага. Оп. Об эвакуации сейчас нет. Спешимся, да? Больше будет. Парни, смотрите, дом слева. Забирай. А ты туда пошел, пошарьёбец? Подождите, пацаны, блядь, не толпитесь. Это видео, как ты воруешь, блядь. Оборовываешь русский народ. Камазик. Целый БКшечки. Надо воровать у русских. Жили мирно, все, спокойно жили, мирно, работали, работа была, все было. Дети поразъезжались, все. Что они наделали это вообще? Ну это вообще святое ничего. Фашисты же. Спасибо, добро. Спасибо. Все, всю ночь на себе. Хата. Они автобусы. Мы один раз давно не долезем, поэтому. Да не, я не могу, я живу, я живу. Совы, да, русские даже по-русски писать не умеют. Только ни разу махуй.